Всем-всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас Пасха. Поздравления я вчера делала, но еще сегодня поздравляю всех, мои хорошие, со светлой Пасхой. Всем мира, добра, здоровья. Самое главное – здоровье. А будет здоровье у людей, будет у нас и мир, будет у нас и все. Друзья, я сегодня ничего делать не буду, а завтра я вам покажу свое новое приобретение. Что я себе купила? Благодаря вам, дорогие мои подписчики, вы мне подсказали, что нужно это купить, что я этим смогу пользоваться. Буду учиться. Что поделаешь? Будем учиться. Нужно приучаться ко всему. Все делать самостоятельно. Друзья, всем привет! Идем к часовночке, которую я никогда не видела, что она работает. Там по расписанию сейчас должны светить пасочки. Ну, пройдемся, поглядим, работает или нет. Иду со своим дочечкой Маришкой. Посмотрим. Может, зря плетемся. Ну, пройдемся, нам недалеко тут идти. Народ стягивается, подтягивается. Вот, наконец, увидим работу часовенки. Издителю и садителю всех плоти повелел еси, сынови твоему добрушему, и Боже наш священный во имя Отца и Сына и Святого. Не благодари, братец, я старался. Друзья, вот у меня кастрюлька для кур моих стоит, варится. Чего в этой кастрюльке только нет? Очистки картофельные, картофель порезанный, яблоки сухие, сухофрукты и корка с апельсина. Съела апельсина, корочку порезала. Вот потом запарю отрубями пшеничными. Раз в день буду еще добавлять сюда мясо костную. Буду добавлять сюда другие разные витаминные подкормки курам. И буду раз в день давать. Вот так этой кастрюльки хватит где-то на 3 дня моим курочкам. Потом перерыв где-то с неделю. Дня 4-5, неделька. Потом опять сварю такую кастрюльку. Ну, говорят люди, что можно корочки с апельсин, мандарин давать даже сырые раз в неделю, с банана. Но почему бы не запарить? Почему бы и нет? Решила и поставила варить.
Друзья, это у меня однолетний клематис. В том году я его только пересадила, и вот так хорошо пошел. А вот здесь у меня какие-то чудеса. Этот клематис, ему уже 5 лет. Он совсем не растет. Он еще надо траву. Сейчас буду показывать, как я траву буду убирать. Вот этот клематис, он 2 раза меньше по высоте, чем тот, который на стене. То ли этому было теплее, а этот подмерз, потому что я в этом году их, к сожалению, не укрывала. Но будем смотреть, что с ним будет. По крайней мере, у меня еще 2 есть. На этой стороне стены и с другой стороны стены дома. Там у нас еще закопылок есть. Такой закопылочек за этим домом. Там у нас... Еще я вам не показывала, что есть. Друзья, вот такой подарок я себе сделала к Пасхе. Это вещь, о которой я мечтала последний месяц. Мне мои друзья, подписчики, девчонки, спасибо вам большое, советовали купить вот такую вот женскую косилочку. Она очень легкая, 400 кг весит с аккумулятором совсем. Я уже пробовала там буквально 0,5 м² коснуть, как она работает. Все замечательно. И попозже вот я вам сниму, как она работает. Вот эта ручка, друзья, она вытаскивается, делается выше. Но я и не думала, что это будет так легко с этой косилочкой. Но у меня очень большой промежуток, большая очень такая площадь зеленой травы. И за двором, и во дворе. Даже если я во дворе этой косилочкой выкошу, я буду молодец. Ставила нож металлический. Мы с дочкой вчера ее разбирали, собирали, подготовили к работе. Покажу вам сейчас, как она работает, мои хорошие. Так что, девчонки, спасибо вам большое, что вы мне посоветовали. Купила самую дешевую. Цены разные. Я купила самую дешевую за 101 рубль белорусский. Если цены в российских рублях, умножаем на 30. Если в украинской гривне, то надо умножать на 10-11. Ну так, а сейчас пойдем, я покажу, как я ней работаю. Сама еще буду учиться, сама ничего не знаю. Под каким углом, как лучше, как что. Буду учиться и привыкать к ней. Вот такая у меня помощница. Купила самую дешевую, потому что боюсь, что я испорчу. А там видно будет. Если мне понравится, можно купить и более мощненькую. Пошли косить траву. Thank you.
Ребята, не судите строго. Первый раз в руках держу эту вещь. Первый раз. Ну, вот немножко как бы там и забивается, но я что тут, 3 минуты покатила. Ну, пока мне нравится. А дальше посмотрим, как она. Я на ножике, не на круге, а на ножу. Ну, вот такая я работница. Друзья, всем большое спасибо, кто меня смотрел. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте пальчик вверх, лайки. Пишите комментарии. Ко всем обязательно зайду по комментариям, всем обязательно отвечу. Мои хорошие, желаю всем счастья, добра, здоровья. Будьте счастливы и любимы. На этом мое видео заканчивается. До следующего видео. Всем пока-пока.